Книга Ричарда Вурмбранда «Маркс и сатана». Четвертая глава. «Слишком поздно». Подзаголовок. Откровение служанки. Капитан американского флота Рис был учеником Маркса. Опечаленный вестью о его кончине, он поехал в Лондон, чтобы посетить место, где жил его любимый учитель. Семья Маркса покинула дом, и Ризу удалось застать только жившую там служанку. От нее он услышал следующие странные слова о Марксе. Маркс был богобоязненным человеком. Когда он сильно болел, то молился один в своей комнате перед горящими свечами, обмотав вокруг головы что-то вроде тесьмы. Это что-то напоминает филактерии, которыми евреи пользуются во время утренних молитв. Но Маркс принял крещение в христианской церкви. Он никогда не исповедовал иудаизма, а потом и вообще стал богопротивником и богоборцем. Он писал книги антирелигиозного содержания и воспитал всех своих детей атеистами. Что же это была за церемония, которую непосвященная служанка приняла за молитву? Евреи, произносящие молитвы с филактериями на голове, не зажигают перед собой свечей. А может, это был какой-то магический ритуал? Нам известно, что в рабочем кабинете Маркса, невзирая на то, что он был атеистом, стоял бюст Зевса. В греческой мифологии Зевс превращается из страшного бога язычников в чудовище, заковавшая в кандалы Европу. То же, что позже сделал марксизм. Обнаженная фигура Зевса, который, кстати, был символом дикости, является единственным религиозным образом и в главном зале Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Подзаголовок «Семейные письма». Другой возможный намек кроется в письме к Марксу сына Эдгара, датированном 31 марта 1854 года. Оно начинается поразительными словами «Мой милый дьявол». Где это слыхано, чтоб сын называл так своего отца? Однако именно так пишут сатанисты тем, кого они любят. Не был ли посвящен в эту секту и его сын? Не менее знаменательно и то, что жена Маркса обращается к нему в августовом письме 1844 года следующим образом. «Твое последнее пастырское письмо, о верховный жрец и владыка души, принесло твоим бедным овечкам мир и покой». В манифесте коммунистической партии Маркс отчетливо выражает свое желание искоренить любую религию. Цитата. «Коммунизм же отменяет вечные истины, он отменяет религию, нравственность». Конец цитаты. Следовало бы полагать, что тут имеется в виду также и культ сатаны. Однако жена обращается к Марксу как к верховному жрецу и к владыке. Какой религии? Вопрос. Единственное верование в Европе, где есть верховный жрец, это сатанизм. Какие же пастырские письма мог писать человек, которого почитали атеистом? Где эти письма? В жизни Маркса есть немало периодов, до сих пор остающихся неисследованными. Подзаголовок «Свидетельство биографов». Некоторые биографы Маркса, возможно, догадываются о почитании героем их изысканий сатаны. Однако, не имея необходимой духовной подготовки и соответствующих знаний, не могут осмыслить факты, которые оказываются в их распоряжении. И все же их свидетельства весьма любопытны. Марксист Франц Меринг писал в книге «Карл Маркс», цитата, «Хотя отец Маркса умер всего через несколько дней после того, как сыну исполнилось 20 лет, он с тайным опасением наблюдал за демоном, в кавычках, в любимом сыне». Еще цитата. «Генрих Маркс не думал и не мог даже подозревать, что богатое наследие буржуазной культуры, которое он передал своему сыну Карлу как огромную ценность, поспособствует появлению демона
кавычках, которого он так остерегался. Конец цитаты. Маркс умер в отчаянии, как умирают все сатанисты. 25 мая 1883 года он писал Энгельсу: «Как бесцельна и пуста жизнь, но и как желанна». Маркс был современником знаменитых христиан, таких как филантроп доктор Бернардо, знаменитый проповедник Чарльз Сперджен и генерал Уильям Бут, основатель армии спасения. Все они жили поблизости с Марксом в Лондоне, однако Маркс никогда не упоминал о них. Они остались незамеченными им. Марксизм хранит в себе тайну, о которой известно лишь немногим марксистам. Ленин писал: «Спустя полстолетия ни одному марксисту не удалось постигнуть Маркса». Подзаголовок: «Тайна в жизни Ленина». Тайна существовала и в жизни Ленина. Когда я работал над первым изданием этой книги, мне не было известно о связи Ленина с сатанинской сектой. Потом я прочитал «Молодой Ленин» Льва Троцкого. Троцкий был близким другом и соратником Ленина. Он пишет, что в 16-летнем возрасте Ленин сорвал с шеи цепочку с крестом, плевал на него и топтал ногами. Распространенный сатанинский ритуал. Не остается никаких сомнений в том, что он был одержим сатанинской идеологией. Иначе как можно объяснить следующую цитату из его письма от 13-14 ноября 1913 года, адресованного русскому писателю Максиму Горькому? «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкое, духовное, приодетое в самые нарядные идейные, в кавычках, костюмы, идея боженьки». В итоге сатана обманул его, как и всех остальных своих последователей. Ленин так писал о советском государстве: «Государство в наших руках, а в новой экономической политике оно в этот год действовало по нашему вопросу? Нет. Этого мы не хотим признать. Оно действовало не по-нашему. А как оно действовало?» Вырывается машина из рук, как будто бы сидит человек, который ее правит, а машина едет не туда, куда ее направляют, а туда, куда направляет кто-то. Не то нелегальное, не то беззаконное, не то бог знает откуда взятое. Но машина едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит у руля этой машины. Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Письмо Горькому, написанное в ноябре 1913 года. Москва. Государственное издательство политической литературы. 1964 год. Том 48. Страница 226-227. Что же это за таинственная сила, которая превалирует даже над планами большевистского руководства? Не призвало ли оно к жизни силу, которой надеялось управлять, но которая оказалась на деле более грозной, чем оно предполагало? Что приводило Ленина в такое отчаяние? Вопросы. В одном из писем, датированном 1921 годом, он писал: «Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту, за это нас всех и наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят». Так вот, каковой была последняя надежда Ленина в конце жизни, посвященной борьбе за дело коммунизма? Быть повешенным на вонючей веревке. Эта надежда не осуществилась в жизни Ленина. Однако почти все его ближайшие соратники были со временем уничтожены Сталиным. После того, как они публично признались, что служили не пролетариату, которому они якобы хотели служить. Однако каково признание Ленина: «Я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь поделом повесят». Интересно, что Ленин в 13 лет писал, если можно так выразиться, пророческое сочинение, в котором предсказал свою гибель и разорение, каковым образом и кончилась его жизнь, поскольку он решил служить человечеству без помощи Бога. Он писал:
если ты добровольно пожертвуешь свою жизнь для блага других, будет жаль, если тебя постигнет печальная участь, и твоя жертва окажется бесполезной. Какой контраст с высказыванием другого известного борца, апостола Павла, писавшего в конце своей жизни: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи. В жизни иногда бывает слишком поздно. Исав раскаивался, проливая горькие слезы, за то, что продал свое первородство, однако расторгнуть сделку было превыше его сил. Ленин же, основатель советского государства, на смертном одре писал: «Я совершил огромную ошибку. Меня преследует кошмарное чувство, как будто я потерялся в океане из крови бесчисленных жертв. Но для нас уже слишком поздно. Возврата обратно нет. Чтобы спасти Россию, нам нужны такие мужи, как Франциск Ассизский. 10 человек таких, как он, и Русь была бы спасена». Конец 4 главы.